Ты ведь видишь маму? Сегодня впервые. Главная новость – ЦСКА Чемпик. Ну, это супер эмоции, вообще класс. Если такое будет, таких много будет. Ну, блин, вообще, с победой ли они выиграли? С победой! Конечно, вот тяжело играть в таких условиях, но ничего, мы как бы привыкли, вот. Вот, и... Васек, это ты, да? Да. Кто же еще? Тем временем в гороскопе появилось новое обозначение созвездия Водолей. Другим новостям. Жозе Мауриньо подписал контракт с лондонским Челси. На Украине запрещают это уже было. Иван Дорн записал новый альбом, состоящий из 256 треков. И сегодня мы имеем уникальную возможность прослушать его полностью. Наслаждайтесь. Я пока схожу за бумажным пакетом. Комиссия по международной торговле США удовлетворила требования Samsung и приняла решение о запрете продаж на территории США и экспорта таких продуктов Apple, как iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, а также iPad и iPad 2. Это была наша новая рубрика «Доигрались». Опан, Кангнам Стар! Опустела гостиная семья. Если можешь, приезжай скорей. Что дальше? Опаленный мой нежный гель, ты даришь запах орхидей. Я в восторге просто таю, будто в мульти улетаю и пленяю всех. Так, подождите, мне кажется, мы альбом Дорна не дослушали. А, ладно, как говорит Дмитрий Анатольевич. Ну и похуй. Значит, вот это можно показывать, а Спанч Боба запрещают. Прекрасно. Могу сказать одно. Это сейчас нормально. А дружок есть? Это теперь нормально. Сам знаю. Прикиньте, Владимир Путин с женой развелся. Я свобод... Дна. Словно птица в небесах. Я свобод... Дна. Я забыл... Уа. А закончить сегодняшний выпуск хочется словами полюбившегося всем Ваньки Дорна. Не надо стесняться. Ставить лайки, подписываться на канал, твиттер и группу. You're simply the best.